А чё, какие-то проблемы, блин, да? С размером. Да плевать абсолютно, говорил от меня отойти. О боже мой. Понятно. Ребенок, тебе нельзя на это смотреть, нет. Боже мой, что я увидел в свои 12 лет? Эй, дядя, усатый дядя. Не подходи к нему, не подходи к нему. Усатый дядя, здрасте. Что это? Всех тости не доклад, давай. Дайте конфету. Боже мой. Стой, это мой пиздец. Я не твой-то, я тебя вообще не знаю, дядь. Белый дядя, защити меня от этих уродов моральных. Дядя Герасим, защитите меня от них. РПД слеп, но футбольный мяч. Ты чё, охренел? Ты чё, попух? Тебе поебал дать? Все, вы плохие. Я пойду к своим оранжевым братьям. Твою мать. Кого? Ну прости, ну блин, а чё, почему все смеются над моим ростом? Я не смеюсь, мне просто кажется, что ты чем-то похож на кого? На кого? На гнома? Нет, на мою самооценку, такая же маленькая. Ой, да идите в жопу, слушай. Я и без вас справлюсь. Слышь, мелкого не трогай. Да я маленький, невкусный. До стола добраться не могу. Блин, тут ничего нету. Слышь, мелкого не трожь, Дядя, иди нахер. Слышь, ну чё, давай, пофиксимся, да, давай. А, лошара. Why are you running? Не трогай мелкого. He needs some milk. Сука, мелкого не трогай. Пацаны, спасайте мелкого, там жопа. Ух, там что-то орёт. Я понял. Hello, motherfucker. Да что ж такое, не везёт-то мне пиздец. Чё всё время мелкого-то трогает, а? Я ж быстрее тебя, у меня ноги быстрые, понимаешь? Где ты, дебись, серьезно, это же не смешно так. Блин. Твали. Подожди меня. Понимаю. Нелегко ребенку в нашем. Я уже за***ю от них бегать. Я как колобок, я просто качусь уже. Ну, насколько ты помнишь, от лисицы колобок-то не ушел, так что я бы на твоем месте собак остерегался. А хочу сообщить вам, что у моего проекта по SCP появился наконец-то собственный сайт. Теперь вы можете быстро поддержать проект и получить за это бонусы, просто авторизировавшись через Steam. В мгновение ока пополнив счет, вы можете парочкой щелчков мышки выбрать интересующий вас бонус, получив его почти мгновенно. Теперь не нужно долго ждать и писать администрации, все быстро и без лишних заморочек. Ссылочку вы найдете в описании. Дядя, я до стола достать не могу, бля, я слишком мелкий, подкинь. Но я бы тебя подсадил, но только разве что ногой. Ну давай, давай, давай. Давай, я говорю, не футбольный мяч, крокодил слепнул. Да нормально. О, там пистолет, дядь, можно возьму? Попробуй подержать его в руках, вот мне интересно, он выпадет у тебя? Сука, он тяжелый капец. Да ладно, ты просто качок, пошли. Дядя, быстрее всех, понимаешь? Опа, ну-ка, это что за волшебный эльф? Здорово, лицом к стене, гражданин. Понимаю. А откуда у вас такие карты красивые? Не важно. Слышь, дядь, что мне с этими картами-то делать? А нахрен они тебе нужны? Ну, в принципе, справедливо пойдем тогда. Ну, мало ли там на них где... Ой, пиздец! Ты куда? Дядь, тебе помочь? А, ты уже сам, да? Ты уже сам, я как вижу. Нихера ты мощный вообще. Дядь, ты где? А, вон. Дядь, я тебя потерял. Давай сюда. Пойдем. Как бы дети цветы жизни, да? Согласен? Ну, такое. Ну, я как минимум одуванчик. И тут, короче, меня сдохи нет. Так, быстро, оружие на пол, головы, все. Да не стреляй. Ты стоять. Стоять, не стреляй. В смысле, а не поняв, а командир не может сдаваться. А, ну убивай тогда его. Ты что по своим стреляешь, а? Я вообще не стрелял. Отстой, из тебя боец, раз ты не стреляешь. Я боялся по своим попасть. О, нет. Не-не-не-не, да вы охуенно, идите отсюда, это моя нычка. Блин, совсем что ли, сука. Все, завалили, тихо. Николай, тихо. Стреляй. Да вот, отвали, другой тебе найди укрытие, иди отсюда. Иди отсюда, уйди. Придурок. Вы бойцы или что? Слушай, ты боец? Иди отсюда. Ты боец, он страшнее. Так что погнали. Валите отсюда, валите. Идите отсюда нахер. Капец ты труса. Болите отсюда! Куда? Он сейчас придет! Ну, блядь, мы ублюдки дебилы просто. С кем я, блядь, работаю? Блин, пушка! Пушка! У тебя и так две пушки. Пушка!
Моя любимая пушка. Направо смотрите. Чисто, чисто. Все, спецназ. Работаем оперативно. Профессионально. Секретный отряд лягушка. Лягушонок. Блять, у нас тут выстрел. Ты куда прыгаешь? Не надо. Нет, зачем? Ты нам нужен. Мне страшно. Страшно. Блин, математичка поставила 3 в году. Хаос Инстит. Компания Хаос Инсерженси Интертеймент захватила данный фасилити. Если хотите. Ой, блять, у нас тут стреляют. Ладно, конец связи. Блин, у меня что? Ой, блять! Блять, беги, беги, синий, беги, синий, блять, беги. Все, нам всем в жопу. Спасайте меня! Спасайте меня! Сука! Да нет, а как мне надо, блядь? Чё это за спойлер у него, нахуй? Давайте, вперед, вперед, вперед! Иди туда, иди туда, давай! Спасайте меня, я командир! Выбирай нас больше! Нет, туда иди, туда, давай, туда! Давай! Сука, я еле стрелять буду, под это, давай, то-та-то! Иди, 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 сука, давай! Давай, братан, давай! Давай, иди туда, быстро, блядь! Быстро! Ну отойди туда! Ну отойди туда скорее! Ты первый. Нет, иди туда! Ладно, в пи***ц, короче, сам справлюсь. Лампочка отключилась. Да чё вы орёте, сука? Обычная лампочка перестала работать, сейчас поменяем. Анекдот! Анекдот. Сколько нужно людей для того, чтобы... Сколько нужно охранника в SCP-фасилите для того, чтобы поменять лампочку? Ну что, 20? Ноль, мы, блядь, не дойдем до нее. Да слушайте, это такая же шутка, как... Опа-на. Я имею выше аттестат пятерочки, а ты кто? А я в АТБ работал, это круче. 49-й, 49-й, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чш-чш. 49-й? 49-й, пс. Здравствуйте. Чай хочешь? Как у вас там? Давай. Дела? Чаечек, лаванды. Чай, вот на, вот чай. Может говна? О. Может, говна, чувак, блин, вообще не провоцируй его. 049. Давайте мы вас типа вот это выведем, наверное, да, наверное? Давайте. Давай, выводим 049. Африканские дети довели своего слез, чтобы попить. Ладно, неплохо. 049, у нас такая проблема, у нас нету карты для того, чтобы открыть гейт и вывести вас. Так что было бы неплохо, если бы вы нас, так сказать, провели там, поохраняли. Вы сильный. 049, ведите нас. Слава богу, ты выжил. Да, я выжил. 049 затащен, я базарю, я в него верю. Блэд. Ради твоего здоровья советую туда не идти. Да, тихо, 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 тихо. Нет! Подождите, блядь, меня! Все, нет, мы вас выводить не будем, походу, сегодня. Тихо! Я картошка. Мы тут все переждем. Я. О, давай за 049-м спрячемся. Защищаем МСРГ, защищаем МСРГ. Тихо, за 049-м спрячемся, никто не заметит. Подзарю. 049-й, как мы вас любим, боже мой. Ну, о, щит, щит. Стоять. Братан! Стене быстро лицом к стене, что на трех. Там что-то страшное, братан. Блин, да... А, там ящерица, придурок! Развяжи меня, нам же жопа, оно же огромное. Ну, блин, ну давай договоримся, начальник. Сколько ты хочешь? Слушай, договориться, вот смотри, я хочу вот этот юст, посмотреть, насколько глубоко... Не, да ладно, никаких договоров. Ну, блин, ну просто... Ну, что-то это... А можно мне развязать? Я хороший. Я послушный. Ладно. Ты все равно у тебя пистолет был, ладно, но ты постой вот так. Да у меня ж теперь его нету, блин. Почему он связан? Неравенство. Мужик, а ты кто по масти? Я блатной, не можно. Пошел в жопу, ой, там что-то страшное. Если не смотреть, его не существует. Если не смотреть, оно не существует. Если не смотреть, оно не существует. Не существует. Да какого? Ну что, мои друзья, коллеги, что будем делать? Я тут слышал, у нас тут какая-то там крики какие-то были непонятные. Мы сможем убежать. Да, да. Ну да, справедливо. Давай, рарарарара, мы сами выберемся. Понял. Справа серый, справа серый, справа серый. Нет, там серый дед, там дед, он схавал мою подругу. Ученые за мной, ученые. Я не понимаю, кто говорит. Я тебя зову, я тебя. Сука. Там тоже. Сука.
рот! Так, что происходит? Я не понял. Так, что происходит? Я не понял. Что за шум? Сейчас приду, блядь, пизда. Прием, что происходит? Сейчас приду, да. Так, стоп, я сдаюсь, окей. Брось оружие. Все оружие на пол. У меня рация в руках, а не оружие. Лицом к стене. Да ладно, блин. На оружие. Какого черта ты стреляешь по своим? Держи его. Мне два раза говорить не надо, я все понял, я ухожу. Так, а что нам с тобой делать? Да, типа, давайте к вам. Вы кто такие вообще, братаны, хотел сказать? Мы тебе ничего не обязаны говорить. Рассказывай лучше ты. А что мы хотим делать, пацаны? Народ, дайте секунду. Подождите. Подожди, а если я скажу «пожалуйста»? Пожалуйста? Да, пожалуйста. Ну, это очень весомый аргумент, но я все же откажу тебе. Ну, тебе нечем крыть, пожалуйста. А, спасибо. Он должен сказать, ладно. Твою мать! Что происходит? Короче, говоря, вот они ты вот... Ты чё надел? Да я чё, блядь, ничего. Братаны, вы же менты, да? Можете меня развязать? Я ничего не нарушал. Да, мы менты, нет, вот тебя мы не развязываем. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.